Всем привет! Ох, вижу, вам нравится тема разрушения мифов о диетах. Давайте еще немного разрушим ленивые методы для похудения. Их очень много. И порой стоит они достаточно недешево. И, к сожалению, много людей покупаются на маркетинговый подход к рекламе этих продуктов. И, не разобравшись в сути, выбрасывают очень много денег на то, что в принципе не работает. Сегодня говорим о миостимуляции. Сюда же МС-тренировки. Это процесс воздействия импульсов тока, которые направлены на восстановление естественной работы внутренних органов и мышц. То есть, по сути, некий электрошок, только менее выраженный и более направленный. Изначально процедуру миостимуляции применяли в качестве гимнастики для больных, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли воспроизвести физические нагрузки естественным путем. В медицине давно уже используются подобные методы, например, в кардиохирургии при помощи кардиостимуляторов заставляют работать сердечную мышцу. Еще один яркий пример применения электромиостимуляции – это реанимация с помощью дефибрилляции сердца. Воздействуют направленными токами и при некоторых заболеваниях нервной системы, артритах, остеохондрозах, заболеваниях органов малого таза. Да, действительно, миостимуляция работает в медицине. А как же она начала работать в снижении веса? Давайте разбирать. Если вы возьмете любой миостимулятор, который обещает вам похудение, то вы прочтете в описании, что производитель указывает следующее. Данный прибор эффективно борется с избыточным весом, избавляя вас от жира, целлюлита, укрепляя мышцы пресса, ягодиц, бедер. Кроме того, незаменим при остеохондрозах, сколиозах, запорах. В общем, просто чудо. Но если внимательно прочесть то, что написано мелким шрифтом, как раз под картинками с мотивационными красивыми телами, то вы получите примерно следующую информацию. В сочетании с фитнес-упражнениями, белковой диетой эффективность применения данного аппарата увеличивается на 50%. То есть, по сути, без физических упражнений и диеты вам не видать. Да и не все так гладко и складно. Ведь реклама зачастую настолько информирует, что имеются противопоказания, а какие именно, не всегда разъясняет. Так вот, противопоказания к миостимуляции на самом деле очень серьезные. Миостимулятором пользоваться нельзя беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям, у которых установлен электрокардиостимулятор. При мочекаменной, желчекаменной болезни, болезнях ЖКТ, особенно в период обострениях, при тромбофлебитах, а также лицам, страдающих выраженными нарушениями психики, алкоголизмом, наркоманией. Нельзя пользоваться подобными приборами людям с онкозаболеваниями, при почечной и печеночной недостаточности, при гнойных воспалительных процессах, при активной форме туберкулеза. Период вирусных и простудных заболеваний, в том числе гриппа. Также нельзя применять на постоперационных рубцах сроком менее 9 месяцев. Иными словами, миостимуляция доступна только абсолютно здоровым людям, и то в случае отсутствия у них гиперчувствительности к импульсному току. И даже если откинуть все ранее сказанное, подумайте, как много профессиональных спортсменов проводят многочасовые тренировки в тренажерном зале. Неужели им недоступны МС-тренировки? Или они о них не знают? Знают и доступны, но работают только физические упражнения и питание. Такова наша природа. Читайте не только рекламные баннеры, а также почитайте всегда отзывы и особенно противопоказания. И только тогда принимайте решение. Всем здоровья. Пока-пока.